Россия, но в традициях партии «Единая Россия» это не противостояние кандидатов друг к другу, а консолидированная совместная работа. Поэтому в этой части я считаю, что здесь внутрипартийной конкуренции быть не должно, и на сегодняшний момент ее надо ликвидировать. Следующий момент, по которому я считаю, что я не должен участвовать в дальнейших конкурсных процедурах, это я не очень внимательно слушал программу, которую представил Еремин Сергей Васильевич на рассмотрение комиссии. Я считаю, что это глубоко проработанная программа. Программа интересная. Все перспективные направления, которые в ней зафиксированы, они необходимы для развития города. Ну и в личном плане готов сказать, что с Сергеем Васильевичем мы из одной отрасли, мы долго проработали совместно в крае.